Просторный конференц-зал областной библиотеки имени Горького в очередной раз стал местом встречи читающих увлеченных людей. Всех их объединил большой интернет-проект «В Бресте читать». На протяжении 2021 года все участники онлайн-квиза читали литературу из предлагаемого библиотекарями списка, составляли дневники впечатлений и воспоминаний. Контроль за выполнением заданий был достаточно серьезный. И вот самые активные читатели в одном зале, чтобы обменяться мнениями и вспомнить, как проект поменял их жизнь. Я еще у студии прошлого года зауважила у инстаграм-сторонки библиотеки «Прага это квест». Пришла, запыталась у библиотекаря, яны мне сказали, что зараз такое мероприятие отбывается цікавое. Тому я вырашила поудельничать. Решила попробовать. Решила, что буду читать маленькие рассказики, чтобы хотя бы принять участие. Люблю такие движ. Движ. Попробовала, втянулась, был огромный список книг, книги все очень интересные, столько всего нового, неизведанного, которое хотелось попробовать. Вот, втянулась, понравилась и в дичайшем восторге, очень благодарна такому событию в жизни Бреста, в своей жизни, как бы это было отдушина. Большой стеллаж за спинами участников проекта – это и есть та литературная подборка, которую предлагали для ознакомления работники областной библиотеки. Причем каждый месяц читатели открывали для себя разные жанры разных авторов. Из предлагаемой подборки они выбирали те издания, которые интересны им. Такой формат работы особенно понравился тем, кто любит читать интересную литературу, но не знает, с чего начать. Развитие читательских навыков – это наша профессиональная деятельность. Мы очень активны в стенах библиотеки, но сейчас интернет помог нам раздвинуть физические границы, и мы вышли на молодежную аудиторию в Инстаграм. В нашем челлендже за год было прочитано 120 книг. Ежемесячно мы предлагали читателям список из 10 книг, которые они могли читать в любом удобном для них формате. Это классический бумажный вариант. Это электронные книги или аудиокниги, потому что мы нашему пользователю предоставляем бесплатный доступ к электронной библиотеке Литрес. Общение самых активных читателей получилось очень живым и непосредственным. И, к слову, это тоже результат онлайн-проекта. В процессе выполнения заданий участники поддерживали друг друга, читали отзывы по предложенному хэштегу, делились своими наработками и мыслями. Благодаря тому, что в челлендже приняли участие представители разных профессий, каждому было что сказать. А приятным завершением встречи для самых активных читателей стали подарки от партнера проекта – компании «Озбай». Кстати, проект «В Бресте читать» организаторы планируют немного переформатировать и вновь дать ему жизнь. Так что тем, кто хотел бы поучаствовать в инициативе, нужно следить за страницей областной библиотеки имени Горького в социальных сетях.